понятно, проигрывать никто не хотел. Но это была лотерея уже, пенальти. То есть тут такой момент, кому повезет больше. Могли матч не доводить, до, конечно, до пенальти. Ну, так случилось. Двигаемся дальше, работаем, настраиваемся. У нас сейчас две важных очень игры перед перерывом. Вот, настраиваемся очень серьезно, поэтому работаем задором. Тем более приехали домой, можно так сказать. Хорошее воспоминание об этом поле, в принципе, здесь провели много времени. Есть такая поговорка, что дома серым помогает. Поэтому, конечно же, хочется, чтобы быстрее был у нас свой стадион, свое поле, свои болельщики, которые не только те, которые фаны ездят, им за это большая благодарность, что они нас поддерживают везде, но хочется, чтобы обычные люди тоже приходили и чтобы мы играли при хорошей поддержке, потому что мы, можно сказать, практически все матчи играем на выезде, тоже трудно, и переезды, и плюс поддержка не так, которой бы хотелось, поэтому слава Богу, что продолжилось строительство, мы только за, мы хотим, чтобы быстрее это все случилось, и мы вернулись домой. Для нас каждый матч принципиальный. Мы относимся к этому же матчу как к любому. Да, есть там и старые счеты, вот, но у них изменилась команда. Вот тоже, как бы сказать, молодая, поэтому мы готовимся очень серьезно к этой игре. Ну, я бы, конечно, выделил капитана команды Руслана Ротани. Это лидер команды. В каком бы ни было состоянии, это угроза для нас, для наших ворот. Вот, он душа коллектива и лидер, поэтому от него будет очень много зависеть. Посмотрим перед игрой, там моменты нам подготовят. Вот, поэтому будет непростая игра и, можно сказать, игра за 6 очков. Обниматься не будем. Днепровское дерби в противостоянии за 6 очков. 30 октября. Стадион «Метеор», 19:30. «Сталь-Днепр». Встретимся на трибунах. Приходите на нашу игру.